Один день смены краевого туристического форума выбился из общей программы. В лагерь приехали 12 глав муниципальных образований края. Первые лица Новороссийска, Геленджика и мэр Анапы Сергей Сергеев общались с юными журналистами в неформальной обстановке. Отвечали на разные вопросы, иногда философские, иногда провокационные. Говорили о ежедневных делах и проблемах, по душам, о главном и вечном. Какое самое страшное чувство, которое движет всем плохим, ну и отчасти хорошим? Лень. Зависть. Правильно. Вот это самое такое вот чувство, которое оно может двигать вперед. Но она, как бы мы ее называем белая, да? Я хочу сделать лучше, чем есть у моего соседа, там, допустим, да? Я хочу лучше работать, чтобы лучше жить. А в принципе все самое страшное делается. Все, без исключения этого. Только зависть. Мэры приехали с вкусными подарками. На месте сварили участникам форума плов. Сергей Сергеев рассказал, что за молодежной политикой в Анапе следит пристально. Развлекательные, познавательные, спортивные мероприятия для молодежи в каждом городе должны проходить ежедневно, считает мэр Анапы. Сергей Павлович призвал ребят набираться опыта и учиться работать в команде, как сейчас в лагере. Вместе отдыхают и вместе занимаются творчеством. Сегодня вот это самое сложное. Найти людей, которые смогут работать в команде. Один человек ничего не сделает. Я предпочтение отдаю молодежи. Анапские смешники, так тепло и прикольно называют нашу делегацию на форуме, объединились в один лагерь с коллегами из Новороссийска и Краснодара. Сводный отряд сообща назвали по-боевому – 9-я рота, которая на сегодня является лидером смены. С какими наградами и результатами вернутся с форума наши ребята, узнаем через 3 дня. Лариса Басова, Игорь Куршаков, Анапа-регион.